Познакомиться с профессией и увидеть магию лично. В Сургуте прошел день открытых дверей для школьников в стеклодувной мастерской. Встреча стала возможной благодаря сотрудничеству предприятия с департаментом образования города. В рамках соглашения побывать в стенах, где в буквальном смысле рождаются шедевры, смогли 50 человек. Хозяйка производства Надежда Калинина, к слову, единственная женщина стеклодув в Югре, рассказала ребятам о премудростях ремесла и на практике показала, как из расплавленной массы выдуваются различные изделия. Сделано для того, чтобы привлечь вообще деток и взрослых к тому, что вообще у нас есть такое интересное дело стеклодувное вообще. И привлечено было лично вот сюда, в мастерскую, к нам 50 человек. Мы предоставили бесплатные посещения совместно с некоторыми нашими ремесленническими мастерскими. Мы разослали такое, придумали такой день открытых дверей, и детки смогли прийти и посетить. Посетить стеклодувную мастерскую можно не только в рамках дней открытых дверей. Само производство не останавливается ни на минуту, даже в выходные и праздники. Здесь изготавливают украшения, игрушки, уникальные портреты, а витражи, вышедшие из-под рук Надежды Калининой, украшают храмы Сургута и Москвы. Перенять опыт и научиться обращаться со стеклом можно на мастер-классах. Они еженедельно проходят по субботам и воскресеньям по предварительной записи. Вообще взрослые здесь становятся детьми, прям сразу. У взрослых становится такое ощущение, что они попали в сказку, здесь тепло, уютно, и как бы все говорят, мы именно так и ожидали, что здесь именно так и будет. А у детей это проявляется в эмоциях, когда они видят стекло, вот эти звуки, охи, вот в таком плане проявляются. Вот, ну, всем нравится, я не знаю, я жду всех.